Сначала создадим фон, а дальше уже все остальное. Переходим в файл, создать. Ширина 600 пикселей, высота 450, цвета RGB, фон белый. Окей. Переходим в палитру цветов. И нам нужен светло-синий цвет. 007BFE. Нажимаем ОК и зальем уже наш документ этим цветом. Выбираем инструмент заливка, заливаем. Далее переходим в фильтр, шум, добавить шум. Эффект 15%. Распределение равномерное, галочка монохромный. Нажимаем ОК и далее снова фильтр, рендеринг, эффекты освещения. Источник выбираем лампочка, оставим по центру. Интенсивность 5, среда 5, а все остальное 0. Нажимаем ОК. Фон мы создали, и теперь переходим к настройкам кисти. Выбираем инструмент кисть, далее окно, кисть. Форма отпечатка кисти. Кегль установим 20 пикселей. Жесткость 100%, интервалы 100 тоже. Далее динамика формы. Колебания размера 100%, все остальное 0. Переходим в рассеивание. Рассеивание устанавливаем 500%. Все остальное минимальное значение. И выбираем динамика цвета. Самое верхнее значение колебания переднего и заднего плана 100%. Для того, чтобы отображались два цвета палитры цветов. Сворачиваем. Далее переходим к инструменту «Произвольная фигура». Если у вас видны не все инструменты, не все фигуры, нажимаете на стрелочку и выбираем «Все». ОК. И здесь выберем уже фигуру с бабочкой. Зажимаем левую кнопку мыши. Зажатой кнопкой «Пробел» можно перемещать фигуру. Разместим по центру. Далее создаем новый слой Ctrl-Shift-N. Пока можно скрыть фигуру. Выбираем нашу кисть. И закрашиваем весь слой. Таким вот образом. Далее дублируем это изображение Ctrl-J. Пока скроем одно изображение. Далее, находясь на верхнем слое, нажимаем Ctrl по фигуре и создается выделенная область. Нажимаем Ctrl-Shift-I и нажимаем Delete, чтобы удалилось все, кроме цветов, находящихся в бабочке. Далее создаем новый слой Ctrl-Shift-N. Ctrl-Shift-I. Вернем обратно выделение только бабочки. И переходим в редактирование. Выбираем выполнить обводку. Ширина установим 1 пиксель, цвет белый. Нажимаем ОК. Ctrl-D. Снимаем выделение. Переходим в настройки слоя 2. Параметры наложения. И выбираем внешнее свечение. Цвет установим светло-синий, 007BFE, ОК, непрозрачность 75%, шум 0, метод мягкий, размах 0, а размер 10 пикселей. Нажимаем ОК. Далее возвращаемся к слою 1. Обесцветим его, Ctrl-Shift-U, далее Ctrl-L уровни и подвигаем наши маркеры в правую сторону. Примерно таким образом. Далее режим наложения выбираем мягкий свет и непрозрачность уменьшим до 60%. Таким образом, в этом уроке у нас получилась красивая бабочка, красивый фон.